Привет тебе! Привет! 42-й выпуск итогов станет ответом на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Для начала официальное заявление Activision о том, что новый Call of Duty будет делать Treyarch. Если активисты хотели нас этим удивить, то они не преуспели. Над Call of Duty всю жизнь корпят три студии, а две другие худо-бедно недавно отстрелялись в собачьем эпосе Ghost и экзоскелетном симуляторе Кевина Спейси Advanced Warfare. И это здорово, потому что работа Treyarch многими, если не всеми, геймерами считаются лучшими в серии. Официальной информации относительно будущего проекта не поступало, однако мастера кофейных гущ и доморощенные ванги, перекрикивая друг друга, предрекают визит World at War 2. Ждем. DICE Awards, где в далеких годах награждались сиквелы всяких квейков, Baldur's Gate'ов и прочих Diablo, опять взялась за старое. От наград и титулов играм уже некуда деваться. Так, за заслуги перед игровой индустрией была награждена Middle-Earth Shadow of Mordor. Она же стала лучшей игрой в техническом плане, лучшей адвенчурой, игрой с лучшим персонажем, игрой с лучшей анимацией, игрой с лучшим сюжетом, игрой с самым инновационным геймплеем и игрой с лучшим геймдизайном. Чтобы сделать вид, будто видели в глаза что-то кроме теней Мордора, организаторы наградили Destiny как лучший экшен и Hearthstone как лучшую мобильную и стратегическую игру. А игрой года стала Dragon Age Inquisition. Такие дела. В далеком-далеком прошлом господа из Восток Геймс, авторы Сурвариум, обещали реализовать в своем детище режим свободной игры. Время шло, навоз и ныне там. Однако сообщение на официальном сайте гласит, что скоро ситуация изменится. И все сталкеры вылезут из ПВП на самостоятельное исследование локаций, выполнение заданий от различных группировок, участие в случайных событиях и все в таком духе. Ясный красный, что кроме обещанного завтрака никаких точных дат не поступало. Зато точно известна дата выхода Shadow Realms. Релиз состоится никогда. Ровно в нисколько по никакому времени. Проект закрыт. BioWare очень устают работать над поддержкой Dragon Age Inquisition, новый Mass Effect и особенно над Star Wars The Old Republic. Так что кина не будет. Всем спасибо, все свободны. Закон сохранения энергии не дремлет, так что где-то убыло, а где-то прибыло. Поклонники DMC будут обрадованы возможностью пройти Кровавый дворец за Вергилия. Правда, лишь в Definitive Edition. Правила тоже немного изменятся. Потенциальные мертвецы будут поставляться в 60 волн, увеличивая уровень сложности после каждых 20. Само собой, противостоять напасти смогут только мастера DMC, тогда как начинающие борцы с демонами закроют игру уже на начальном меню. Границы между игрой и реальной жизнью собираются стереть канадские мастера, взявшиеся явить миру проект под названием Identity. Тити? Тити. Деньги на кикстартере уже собраны, так что дело за малым. Собственно, сделать саму игру. На повестке дня виртуальное существование в открытом мире на манер GTA, но с живыми игроками в роли всех и вся. Игроки грабят банк, в котором работают игроки, а игроки-полицейские будут пытаться это дело пресечь. Как вариант, быть игроком-рыболовом или игроком-юристом, ведущим тихую размеренную жизнь. Для полного счастья не хватает роли полицейской собаки, но будем надеяться на последующие дополнения. Жди подробностей об игре на страницах GamerInfo или в твоем любимом видеодайджесте «Итоги». Ты же в курсе, что Bethesda ни разу не блистала своим выступлением на E3. Так вот, в этом году команда решила не щелкать клювом, а таки засветиться с пресс-конференцией на главной игровой выставке. Аудитория надеется и верит в светлое будущее, ведь лучшего места для анонса Fallout 4 придумать невозможно. Однако существует вероятность, что вместо гордой волевой походки разработчики выйдут на сцену на коленях с просьбами купить The Elder Scrolls Online. Не стоит забывать, что в Беседкиных кузнях зреет еще и Doom. В любом случае, явным все тайное станет лишь 14 июня. Мы уже говорили про дополнение к Dying Light. Пришло время обновленной информации, а именно о датах выхода. Квизины Карго вышло 11 февраля, а Ultimate Survival Bundle и The Boss Accord запланированы на март и май соответственно. Жди и наслаждайся. Что же еще делать при виде гниющих армий зомби? Также обзавелось датой выхода и дополнение для скроллингового шутера Resogun. Defenders предложит новые режимы игры и расширения уже имеющихся, вплоть до самостоятельного управления теми самыми квадратными человечками, которых так и норовят захватить пришельцы для проведения анального зондирования. В общем, жди DLC 18
1 февраля. Или Dangerous пропатчилась до версии 1.1, с которой пришло множество приятных изменений, главным из которого является официальный перевод на «Великий и Могучий». Будем надеяться, что объем работ по локализации не скажется на их качестве и не подарит игрокам очередные русизмы вроде «Смертокрыла», «Громадня» или тех же первобытных портянок «Драгоценные судороги». Но ведь главное, что русский язык теперь есть, верно? А недоработки потом, если что, исправят. Слышишь всхлипы? Это главный герой серии «Хитмен» рыдает в углу, как маленькая девочка. Всему виной киноделы, которые показали первый трейлер своей легендарной экранизации любимой многими игры. Про качество киноленты говорить пока, конечно, рано. Но это не мешает мухам слетаться на монитор во всей красе, демонстрирующей нового агента 47. Добрый, домашний, чем-то похожий на Джастина Тимберлейка, Руперт Фрэнт всем своим видом показывает, что Тимоти Олифант в роли лысого киллера был еще очень даже ничего. Двух рук, приложенных к лицу, оказывается недостаточно, когда актеры из видео пытаются тарахтеть о сюжете будущего откровения. Мы не консерваторы и не ретрограды, и будем приятно удивлены, если кино получится хотя бы на троечку. К слову, это будет режиссерский дебют Александра Баха. Состоялся релиз кооперативного сетевого шутера Evolve. Хотя, смотря для кого, кооперативного. Четверо игроков выслеживают и убивают пятого игрока, выступающего в роли жуткого монстра. Проект от авторов Left 4 Dead и Borderlands. Так что сетевое противостояние должно быть как минимум неплохим. Если шибко жалко денег, жди рецензию от нашего портала. Да к черту рецензию! Приходи на страницы GamerInfo и забирай себе цифровую копию игры. Как? А раз так-так, конкурс «Гифт» возвращается в своем новом обличье. Мы открываем торги. Ты уже успел заработать гетоны? Тогда пришло время их тратить. Смотри внимательно, это не аукцион, кто больше поставит. Это возможность всем заработавшим гетоны сделать ставку, а то и не одну. Одна ставка стоит 5 гетонов, и из всего их количества случайным образом будет выбрана всего лишь одна. За всеми подробностями на уже открытую страницу торги. Нужно больше конкурсов. Помнишь, мы говорили о релизе локализированного артбука по The Last of Us? Издательство XL Media оказалось настолько любезным, что решило разыграть среди тебя аж 5 экземпляров тиража. На сей раз никакого рандома. Конкурс, названный нами «Мутанты среди нас», потребует от тебя много фантазии и немного умения рисовать. Придумай свою мутацию человека, виновную в апокалипсисе, и пришли ее нам до 4 марта. Чем интереснее и оригинальнее будет работа, тем больше у тебя шансов занять почетное призовое место с вытекающим из него артбуком. Время есть, дерзай! И будь с нами, будь в курсе! Пока! Кстати! 16 лет назад, 12 февраля 1999 года, состоялся релиз «Альфа Центавры» от Сида Мейера. Так что мы объявляем Международный день космического колонизатора и радуемся, что тебе есть, что отметить на выходных. Давай!